Добрый день, уважаемые жители и гости Ульяновской области! В социальных сетях продолжает появляться критика сферы образования и состояния школ в Ульяновской области как таковых. Так что же это? Целенаправленные вбросы негативной информации или просто слухи, не имеющие под собой оснований? Сказать сложно, но факт остается фактом. Информация о том, что школами Ульяновской области не занимаются, не соответствует действительности. К счастью, картина, которую рисуют себе диванные критики, не имеет отношения к правде. Совсем даже наоборот. Так, например, в Тереньгульском районе сейчас, прямо в эту самую минуту, строят новую школу на 300 мест. Строительство ведется в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Это будет новый корпус начальной школы Тереньгульского лицея при УГТУ. Губернатор Сергей Морозов заложил первый камень в строительство учебного заведения. Смотрите, как это было. Искренне поздравляю с началом сегодняшнего события. Я когда-то был таким же, вот как вы, маленьким, и на моих глазах строилась рядом школа, прям через окно, школа номер 31 имени Героев Свири в городе Ульяновске. И я до сих пор, по прошествии стольких лет, помню это. Искренне верю о том, что и вы будете это помнить. Счастья, добра и благополучия вам, вашим семьям и нашей замечательной родине России. Спасибо. Кстати, на строительство новой школы за 2 года планируют направить около 300 миллионов рублей. Из них около 70 миллионов пойдет на покупку современного оборудования. Подробнее о строительстве новой школы рассказала профильный министр Наталья Семенова. На церемонии закладки первого камня присутствовали родители будущих учеников новой школы. Одна из них, Светлана Карасева, поделилась своими эмоциями. Кроме строительства новой школы, в Тереньге занимаются ремонтом действующего здания лицея при УГТУ. По решению губернатора Морозова на модернизацию лицея было выделено 15 миллионов рублей. Об этом рассказала директор лицея Елена Рукавишникова. Уважаемые зрители,
Теперь вы своими глазами увидели, что на территории Ульяновской области занимаются развитием инфраструктуры школ. Более того, в нашем регионе строятся новые учебные заведения, в том числе и в сельской местности. Областная власть делает все, чтобы маленькие жители Ульяновской области учились в комфортных условиях. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.